Третий день соревнований. Сборная России стартует. На ковре борется Данилян, Россия. Данилян, Россия, встречается. Закончилось два дня соревнования. Всего две бронзы в копилке российских атлетов. Непонятно, борец с какой страны, в связи с тем, что количество участников было много на первенстве мира. Пришлось постелить еще один ковер, и табло на этом ковре нет, имена не высвечиваются. Сандел Данилян. Да нет, это где-то представитель африканского континента. И вот победа. Сандел Данилян одерживает первую победу. 252 килограмма.